Jachaktayo vadatam vadinam vai vivad sangvad huvo bhavanti kurvanti chaisham muhuratma moham tasmai namananta gunayo humni Jachaktayo vadatam vadinam vai vivad sangvad huvo bhavanti Курванти чайсам муратма мохам тасмай намананта гунайо бхумни. Гаурия Гошипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Пахупа told there is two procedures. Those who are trying to realize that absolute truth Гауди Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что есть два пути получения знания. Одно восходящее, другое нисходящее. Те, кто пытаются осознать, понять абсолютную истину, то для них Сисила Прабхупад говорит, для них есть два пути. Один восходящий, такое нисходящее, то есть чтобы мы и какой путь выбираем мы, это зависит от наших самскар, прежних самскар. Нисходящая, точнее восходящая процедура, это такова, что мы своими собственными усилиями мы пытаемся понять абсолютную истину, мы своими попытками пытаемся что-то сделать, и это зовется восходящий путь. И другое, когда милость не сходит на нас, мы просто молимся о том, что мы малая душа, у нас нету энергии, силы, и мы молимся о милости той абсолютной истины, если она благословить нас, то тогда мы сможем знать все, иначе для нас невозможно. Это практически невозможно самим осознать абсолютную истину. И такой путь, которому следует чистый вайшнава, это и чистые вайшнавы, они всегда пытаются следовать этому пути, чтобы милость нас не зашла на нас. И Шрила Прабхупад приводит пример, может быть, вы видели. Может быть, вы видели, что те, кто, как обезьяны, например, детеныши обезьян, точнее, они как сидят на своей матери, они сами держатся за мать. И обязанность обезьянок держаться за мать, поскольку их мать, она прыгает с дерева на дерево, и если ребенок не удержится и упадет, иногда случается, то если такой обезьяныш падает в процессе прыжка матери с дерева на дерево, то это ведет обычно к смерти. И таким образом мать, она не защищает полностью своего детеныша, обезьяныша. Мать не несет ответственности. Это обезьяныш, он сам должен держаться за свою мать. И другой путь, он подобен тому, как кошки, например. Мать-кошка, она всех своих детей, она берет их за шкирку зубами, и если она куда-то с ними бежит, прыгает или идет, она крепко держит своих котят. Это обязанность их. И это обязанность кошки так заботиться о котятах. Хотя внешне может выглядеть, что она зубами хватает, но эта кошка, она хватает зубами своих котят с огромной любовью, что и чтобы котята не чувствовали никакой боли, никакого страха. И эти котята, они
находится в полной безопасности. Шрила Прабхупад дает нам совет, что мы все вайшнавы, те, кто хотят стать чистыми вайшнавами, они должны следовать такому пути, который олицетворяет собой кошки. Что Верховный Господь, Он спасет нас сам. Нам не нужно полагаться на свои собственные усилия. Сегодня я хочу выразить свое почтение всем вайшнавам, те, кто уже стали вайшнавами, наполовину стали вайшнавами, или те, кто в будущем станут вайшнавами. Я им всем выражаю свои полные распростертые поклоны и прошу разрешения, прошу благословения у них, чтобы я мог обсудить эту очень чувствительную тему, поскольку некоторые могут не понять меня правильно. И вот Парамахамса Ачарья Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он часто говорил, что весь мир, все вайшнавы с любых стран, мы все вместе, одна семья. Парамахамса Ачарья Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он часто говорил, что мы все одна семья. Почему мы думаем, что вы с одной группы, кто-то со второй, кто-то с третьей, почему вы говорите так? У нас должно быть такое мягкое, такое чувство, что мы все с одной семьи. И обязанность собаки, а с другой стороны, обязанность собаки – это служить должным образом своему хозяину, защищать своего хозяина. И ради этого, если собака вынуждена гавкать, то это, в этом ничего плохого нету. И вот, когда мы говорим о себе как о собаке гуру вайшнавов, как вот, например, в этом киртане, то это представление, оно должно быть не только в философии. То есть просто говорить на словах этого мало. Мы должны чувствовать также это. То, что говорил и чувствовал Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Пури Госвами Махарадж, но не все могут это на практике осознать. Но и сегодня по милости, под руководством Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Гурудева, я буду говорить. И вот вчера я говорил. И это не вот Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, у меня нету силы, возможности прославить. Слышно? У меня нету способности прославить. Кришнадас Кавирадж Госвами, он на Бенгале говорит. И объяснение его и Шрила Бхактивинода Тхакура, он более подробно объясняет его слова. И вот
Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что если из-за своей гордости я буду говорить, что я могу написать читание Чайтамриту, что я достаточно учен, я могу написать читание Чайтамриту, то это плохо. И Кришнадас Кавирадж Госвами со слезами на глазах говорит, вот на бенгале это так звучит. Если я говорю, что я могу написать что-то о читании Чайтамриты, это неправильно. Я просто должен быть инструментом в руках Господа. И поэтому я начал Харикатху с этой шлоки. Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите эти слова, что практически невозможно, если есть слово «невозможно», то следующее слово после «невозможно», оно может значить то, что невозможно победить майю. И если майя сама оставит вас, как говорит Шрила Бхактивинода Тхакур, вот в этом киртане Куладеви Йогамая. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет такие слова, что по майю. Мы должны воспевать киртаны всегда, мы никогда не должны перестать петь киртаны, иначе мы не сможем обрести милость. Вся наша жизнь, она должна стать олицетворением этих киртанов. Куда бы мы ни шли, ели, спали или шли куда-то, мы всегда должны помнить и петь эти киртаны. И Шрила Бхактивинода Тхакура в этом киртане молится: «Йогамая, о Йогамая, я не могу как-то сопротивляться твоей майе, только по твоей милости я могу избавиться от твоего влияния, только по милости Кришны майя, она может оставить нас в покое». И Шрила Прабхупада также пишет. То есть моя слава, почести, богатство, уважение, оно, если, то есть Вайшнав не тот, кто оставил эти вещи, а тот, кого оставили эти вещи, это один из признаков Вайшнава. Иногда мы думаем, что мы очень разумны, да, но кто сказал, что мы разумны? Мы все разумны в своем собственном измерении, в своем собственном представлении. То есть каждый думает, что он очень разумен, очень умен, но он умен согласно только своим меркам, но не согласно представлениям Кришны или нашего Гурудева или Вайшнава. И поэтому Кришна Бхагаван перед Удавой сказал, Удав спросил у Господа, кто по-настоящему разумен, какое же определение разумного человека. И вот в этой шлоке приводится определение разумного человека. В начале всего мы все мы должны осознать, что наша жизнь, она не вечна, она нестабильна. В любой момент, в любую секунду мы можем потерять свою жизнь. Первое, что вы должны
То есть, вначале всего, мы должны получить осознание того, что наша жизнь не вечна, и мы... нет ничего постоянного, вечного в этой временной жизни. Как Парикшит Махарадж, он... смерть, она послала ему предупреждение, что он умрет через 7 дней. Эти 7 дней он был уверен, что он не умрет. А у нас даже этих 7 дней нет, а мы можем в любую секунду умереть. И те люди, кто не готов оставить материальные вещи, моя просьба к ним, что пытайтесь почувствовать, что ваша жизнь, она не вечна, и в то же самое время, почему вы ждете, пока материальное общество, оно выгонит вас из своего общества, почему вы ждете, пока материальное общество оставит вас, и тогда только вы собираетесь начать баджан, а вы сами можете оставить материальное общество. Это по-настоящему разумно. Зачем ждать, пока нас оно оставит? И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, я думаю, они по-настоящему разумны, те, кто могут осознать, что жизнь, она нестабильная, и в любой момент мы можем умереть. И с этим телом, тело, оно подобно инструменту, как вот в этой шлоке Махарадж повторил, там описывается о том, что наше тело, оно просто инструмент. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, тот, кто по-настоящему разумен, тот, кто, находясь в этом невечном теле, он пытается использовать тело, ум и все остальное для осознания абсолютной истины, для обретения нектара бхакти. И он по-настоящему разумен, тот, кто использует свое тело, он бросает вызов майе. На Бенгале Гурупад Падма говорил такие слова, что я либо умру, либо обрету лотосные стопы Шри Кришны. Мой Гурудев говорил так, что я хочу умереть, либо сделать или умереть, то есть либо достичь Кришны, либо умереть на пути достижения Кришны. И такая решимость должна быть у нас. И вот Кришна Бхагаван говорит, что разумны те, кто, находясь в этом невечном теле, они стремятся к абсолютной истине. И думаем ли мы, что Мадхвачарья или Рамануджачарья или Нимбаркачарья, они не были достаточно разумны? И что мы думаем на этот счет? Вишну с вами, разве он был глупцом? Нет. Их послал сам Шри Кришна, у них есть, но Кришна их послал для выполнения определенной задачи. Они выполнили ее, и как, например, у Шанкарачарьи было задание от Кришны проповедовать Майаваду, чтобы защитить Веды. И Шанкарачарья был вынужден проповедовать Майаваду, хотя он во воплощении самого Шивы. Шанкарачарья, он сам Сакшат Шанкар, он аватара Шивы, и он не может совершить ошибки. И если он совершил ошибку, то почему же он после того, как проповедовал Майаваду, он начал проповедовать настоящие вещи, как вот то, что описывается в его поэме Баджа Говиндам. И он в этой поэме говорит, что санскритская грамматика, она не спасет нас, будьте внимательны. Если мы
всю жизнь посвятим изучению санскритской грамматики, то это глупо. Да, это может помочь нам, несомненно, но какую-то милость мы можем обрести от изучения санскрита, но это не является таким обязательным условием. Многие люди изучают санскрит и потом падают. Но что я хочу сказать, что все предыдущие ачарьи, они очень разумны, но все же Рамануджачарья, он представил свою философию своим собственным образом, согласно желанию Шри Кришны, Вишиштха Адвайтавада. Мадхвачарья, он утвердил другую сиддханту, я в дальнейшем буду говорить об этом. И Вишну с вами, он свою философию представил. Нимбарка Ачарья тоже, не все, нельзя сказать, что они не правы, никто из них не, то есть они все правы, но гармонии друг с другом нет у них. О Дживататве, о Ишвататве, о Майататве, о Джагате, о мире, они привели формулу, подобно математическим формулам, своей философии, но они гармонии между ними нету, хотя все они правы. Но так или иначе, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, он хотел представить Ачинтья, Веда Татву, через которую он показывает, что если принять вот это Ачинтья, Веда Татву, то вся остальная сиддханта, она придет в гармонию с ней. И поэтому суть в том, что мы все Гауди Вайшнавы, мы все с одной семьи, и если у нас есть такое чувство, что мы не должны спорить с другими вайшнавами, но извините меня, если вы дайте мне возможность находиться на Вьясасане, значит, я должен действовать как гуру. Вьясасана значит, я должен исполнять свои обязанности как гуру, хотя я не даю посвящения, но когда Гуру Махарадж дал мне указание или говорить харикатху, или другие старшие вайшнавы, то я должен быть очень осторожен, я должен действовать как гуру. И в начале всего я прошу прощения у всех, если кто-то не поймет меня правильно, они должны прояснить свои сомнения. Вот я был во Вриндаване, когда последний раз и я собрался выполнить определенный обет, но ко мне пришла группа вайшнавов и спросили очень такой чувствительный вопрос о дживататве, о бхакти-татве. И это очень запутанная тема. И об этой теме это такой международный вопрос, споры уже не первые десяток лет происходят. Я не могу производить сиддханту в своей голове, я должен молиться лотосным стопам Гуру Нитьянанды, Гуру Варги, чтобы они дали мне способность гармонично написать все об этой теме. И вот когда меня спросили о дживататве, о бхакти-татве, я думал, что им ответить. И ко мне приходила сиддханта, и она являлась в моем сердце, и все это записывала, и все мои мысли, они приняли форму статьи. И сейчас я хочу сказать то, что я написал там. И вот в начале всего я хочу сказать о дживататве, что Бхактивинода Тхакур говорит. Дживататве, что говорит наша Гуру Варга, что говорит Джива Госвами, я хочу рассказать сначала об этом, поскольку там проблема.
какова, какая проблема? Вот в этой шлоке она говорится. Нитья Сиддха Кришна Према — это не значит, что мы можем совершать баджаны и своими собственными усилиями достичь ее. Это первое. Второе — Дживасвабахоя Кришна Нитья Дас. Мы слышали об этой шлоке, но осознать не каждый ее может. Дживасвабахоя Кришна Нитья Дас. Мы слышали об этой шлоке, говорили и произносили ее, но осознать полностью — это другое. Еще вот следующая шлока есть. И очень еще следующая шлока есть, вот Махарадж ее произносит. И в этой шлоке говорится, что семя бхакти нету семя в сердце души, нету семени бхакти, она получит ее от, только от по милости Гуру Вайшнавов, вот значение этой шлоки. То есть только по милости Гуру Вайшнавов можно получить семя бхакти. А следующая шлока она немного противоречит предыдущей. Она о том, что когда джива становится бахирмукхой, отвернувшись от Кришны, когда это случилось. И вот так, насчет этих шлок очень много непонимания. И вначале всего я хочу принять пыль с лотосных стоп всех вайшнавов и рассудить все эти шлоки. И вот суть в том, и вот Амбариш Прабху, он однажды спросил меня насчет этих, этих тем, и я хочу ответить. Я ответил ему, потом Мадан Гопал со Словении, он опять спросил тоже насчет эту тему, потом он опять спросил с аргументом, я ответил на его аргумент, он был доволен этим вторым моим ответом, но это не полный ответ. И сейчас я ждал о милости Гурварги, чтобы все это синхронизировать, гармонизировать, и по милости Гурварги. Сейчас я хочу все это представить вам. И вот Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж Парамхамса Ачарья, он написал одну книгу от Санатан Шикша. В то время Махарадж был нишкинчан, и книга такая скромная с виду, скажем так. И эта книга называется «Санатана Сикша». И вот в этой книге я хочу начать со слов Гуру Махараджа. Гуру Махарадж, что хотел сказать нам, он никогда не нарушал никаких правил и предписаний, все знали об этом. И вот Гуру Махарадж говорил то о том, что сказал Шрила Бхактивинода Тхакура Шрила Прабхупад. И вот Гуру Махарадж, он в этой книге говорит о качествах дживы. И вот сначала начну с цитаты Гурудева, потом дальше перейду. И вот Дашамула Таттва еще есть написанная, Шрила Бхактивинода Тхакура Махарадж цитировал из нее цитату. И вот и Джива Госвами потом тоже что-то написал, и Рупа, и Санатана Госвами. И как это все гармонизировать их, все их слова, они все связаны между собой.
И найти связь между так, словами Гурваги, это зовется бхакти. Крити. Нитто сиддхасу бхавасу пракатча дхиди. И вот Гуру Махарадж пишет, что те дживы, вначале мы должны осознать, откуда дживы происходят. И вот в начале всего мы должны вспомнить, откуда дживы происходят. Вы можете напомнить мне, что в Гите мы уже знаем о том, что Кришна Бхагаван, Он говорит нам. И вот он говорит так, в этой шлоке, но там проблема возникает, поскольку наш ум, он сомневается, и сомнения возникают. И еще очень важная вещь, если мы потеряем уважение к нашей Гурварге, то тогда мы отправимся в ад. Я могу привести пример. Даже просто те люди, которые не оказывают должное уважение своим предкам, они уничтожаются, поскольку у них нет веры даже в свое собственное наследие. То есть, а вот на примере с Индии можно видеть, что несмотря на то, что Индию пытались завоевать англичане, французы, португальцы, еще кто-то там, но несмотря на все их попытки из-за крепкой веры в ведическую дхарму, в наследие Индии. И вот несмотря на это, Индия, она все существует из-за веры людей в их наследие. Ну, бывает, конечно, что какие-то индусы, рожденные в Индии, они отклоняются от санатана дхармы, но бывает так. Сейчас можно видеть, что многие вайшнавы находят недостатки в других вайшнавах. И если так будет продолжаться, ни к чему хорошему это не приведет. А почему мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура? И вот из-за того, что мы отклонились, и возникают все эти проблемы. Вот во времена Дживы, Рупы и Санатаны Госвами было очень много строгих правил. Если кто-то совершал какую-то ошибку или отклонялся от пути, то его изгоняли из общества вайшнавов. Но сейчас, к сожалению, такого не происходит, и поэтому слишком много проблем возникает в вайшнавском обществе. И как в английской пословице говорится, что люди, которые живут в доме из стекла, они не должны кидаться друг к другу камнями, иначе могут разбить этот стеклянный дом.
и похожая ситуация вот в нашем обществе. Бхагаван Шри Кришна говорит в четырех шлоках Бхагаватам. Not only gyan, knowledge. It is together with that is feeling. Krishna speaking in front of Brahma. И вот Кришна говорит Брахме. Не только гьяна вигьяна с осознанием должно быть у нас. И вот мы настолько глупы, что мы даже не изучаем гиту. Мы думаем, что все знаем. Многие даже не изучают гиту, но без основания, без гиты, как можно войти на путь Рагунуга Баджана? Если хоть единственный пример, без основы, без Бхагавад-гиты. Учение гиты очень важно, это вечно, такое вечное, вечно зеленое учение. У нас должно быть знание о Бхагавад-гите. Поскольку если мы не будем мы не будем следовать учению Бхагавад-гиты в своей жизни, то мы, несомненно, пойдем в дальнейшем. И вот в Гите говорится, что все бесчисленные дживы, они исходят из меня, из моей энергии. Но как? Поскольку любая часть Шри Кришны, она тоже есть полный Кришна, как вот в этой шлоке из Ишопанишад говорится, что если с полного целого что-то взять, то эта часть полного целого, она также полное целое, и также подобно тому, как пылинка с Галока Вриндавана, она не отлична от всей Галока Вриндавана, то как же понять эту шлоку? И вот в этой шлоке говорится, что дживы исходят из меня. Как осознать и привести в гармонию эти слова? Может быть, вы помните, я уже говорил о некоторых сутрах из Веданты. И в Веданте говорится, что вот шакти мата вабьет. Это ачинтья веда, веда татва, что шакти, энергия, и человек, обладающий этой энергией, они не отличны. Шактиман, и поэтому. Гауранга аватара, он очень сложный для понимания, очень запутанный, если осознать, то не каждый может осознать, зачем Гауранга Махапрабху явился, разве Кришна недостаточно было, поскольку Сваруп Шакти уже находится с Кришной. Сваруп Шакти, она уже с Кришной. И поэтому после того, как принял саньяс, Махапрабху вынужден был сказать, что толку принимать саньяс? Према — это мое сокровище. Ши Чайтанья Махапрабху сказал. Что према — моя собственность, и что толку принимать саньясу? Но все же я принял саньясу. Пытайтесь понять это четко. Кришна, он находится... Кришна есть и Сваруп Шакти, она тоже есть внутри Кришны. Что значит Сваруп Шакти? Что Кришна, он может наслаждаться. Кришна, он хочет наслаждаться. Настроение Кришны всегда наслаждаться. Кришна ничем другим не занимается, он занят в своих отношениях с Враджараси, и ему некогда слушать вас. И поэтому мы, если мы хотим что-то донести до Кришны, мы должны прийти к чистым Гуру Вайшнавам,
и гуру вайшнавы не могут это передать Кришне. И поэтому Кришна, он создал Баладева, и наша вся гуру-вага, она исходит из Баладева. И они могут видеть наши проблемы и решить их. У нас нет права, не то что права, способности, возможности достичь Кришны. И Сварупшакти, она уже находится внутри Кришны. Почему Шри Кришна, он являет своей лилой с Радхарани? Почему Кришна? Почему Кришна, он являет свои лилы с преданными? Почему? Кришна, он полный, он целый сам себе, но почему он, почему Кришна хочет обмениваться любовью, отношения, иметь какие-то отношения с другими душами, почему? И вот и ради этого И вот почему Кришна хочет иметь отношения со всеми остальными, почему у него он не может. То есть почему ему недостаточно самого себя, как Махарадж пример приводит. Вот, например, и вот Махарадж приводит пример, что мы можем просто, у нас есть воздух внутри нашего рта, мы можем просто подуть этим воздухом и ничего, как сказать, хорошего не получится. Но если этот же воздух мы будем дуть через флейту, то этот же воздух, исходящий из нашего рта, он примет форму прекрасных звуков. И вот поэтому Кришна, он хочет иметь отношения с другими душами. И поэтому Кришна свою собственную сварупшакти он проявляет через различных преданных и наслаждается этими отношениями с другими преданными. That doesn't mean that counterpart of Krishna is Jiva, not that. Yes. counterpart of Krishna is not Jiva. То есть джива – это не какое-то противоцелое к Кришне, это не так, а как ваша должность Сиданта. Сиданта в том, что шакти мату объект, поскольку джива – это татастха шакти. Она происходит из пограничной энергии. Она происходит из пограничной энергии Шри Кришны, это зовется Татаста Шакти, и вот Джива это Шакти. Джива это Шакти, и Шакти Матер Абьет значит, что эта Шакти уже была в Кришне. А когда это было, это невозможно сказать, когда. Подобно тому, как из солнца мы видим, исходят солнечные лучи, какие-то части света.
И можно сказать, что эти лучи солнца исходят из солнца. И могут ли эти лучи солнца вернуться к солнцу назад? Нет. И таким образом, это одновременно отличие, не отличие Си Кришны. Они оба правильно, и таким образом Чайтанья Махапрабху говорит дживы, они подобные солнцу, они подобные вот эти дживы, подобно лучам солнца, которые исходят с трансцендентного солнца, и вот дживы подобные этим лучам солнца, они Татаска Шакти, у них есть оба качества, они как пограничные энергии происходят. Это пограничная энергия значит, что если представить какую-то разделяющую линию между Чиджагатом, трансцендентным миром и материальным, и между ними есть все дживы находятся. И дживы, они, у них есть возможность. Если они привлечены трансцендентным миром, они могут стать трансцендентными и обрести трансцендентное блаженство и практиковать бхакти. И опять же, если они привлечены майя иллюзией, они могут попасть в этот мир майя, и перед тем, как появиться в этой пограничной области, как они обрели обусловленное состояние. В этот вопрос очень такой спорный. И вот те дживы, эти дживы, они забыли Кришну. И они пойманы майей, и они так путешествуют, скитаются, точнее, по всем этим 14 мирам и страдают из-за собственных действий. Иногда и на Брамалоке, иногда на Сварге, иногда в аду, в Нараке. Иногда эти дживы становятся царем, либо еще кем-то, и так или иначе они скитаются по этим 14 мирам и пожинают плоды своих собственных действий. Кто же ответственный, кто же виноват? Кришна. Разве Кришна? Нет, не Кришна, майя. Кришна в Гите говорит, я не ответственен за всех их страдания, я никого не просил, что не заставлял что-то делать. Кришна говорит, что они сами ответственны за свои собственные действия и их последствия. Кришна говорит Арджуне, и какова причина, по которой страдают дживы, это из-за своей собственной кармы и плодов кармы. Я не заинтересован ни в каких благочестивых или греховных действиях, которые вы совершаете. Вы сами получите результат за их, за эти действия. Это просто карма, карма. И поэтому Кришна говорит, почему дживы, они там полны невежества? Поскольку дживы в чит-сварупе дживы, гьяна она есть, но она не проявлена. Гьяна есть, но не проявлена. Если вы поймете это, что дживы, они
Махапрабху пример приводит, подобно частицам, они подобны искрам, которые вылетают из костра, из огня. И вот качество этих искр, они не отличны, качество этих искр качественно не отличны от огня, но они очень малы. И таким образом мы должны понять эту татастха, пограничное положение джив. И вопрос, когда дживы попали в это обусловленное состояние, поскольку сейчас мы выяснили, что дживы они могут быть привлечены либо духовным миром, либо материальным. Но когда мы хотим узнать, когда точно дживы, они стали обусловленными. И если я спрошу у вас, кто первый, Гуранга Махапрабху или Рада Говинда, кто первый появился? Это глупый вопрос, поскольку в трансцендентном мире таких вопросов не должно быть, это неправильный вопрос, поскольку у нас есть, несомненно, какая-то ограниченная концепция, поэтому мы спрашиваем, в трансцендентном мире таких ограниченных представлений не может быть. Когда это, и также с дживой, когда она изошла, когда изошли они из Кришны, и Бхактина Такур, он дает нам ответ, который может нас удовлетворить. И вот Шрила Бхактина Такур говорит, что дживы, они попали в это обусловленное состояние примерно то есть они примерно начали в этот материальный период времени, но когда неизвестно, без как сказать, в незапамятные времена. И некоторые люди, они находят ошибки в учении Шрилы Бхактивинода Такура, Шрилы Прабхупады, настолько глупые они. И вот Бхактивинода Такура, он дает нам такой ответ, что в этом материальном, в общем, с незапамятных времен, то есть нельзя выяснить, когда это началось. И вот Чайтанья Махапрабху приводит аргумент Сарвабхаума Бхаттачарьи, что это трансцендентный мир Галока Вриндавана и все прочее. Чинтамани. Вот. Все, Галока Вриндаван, Вайкунтха – это проявление Сандини Шакти, это Дхамма. И кто-то спрашивает, когда Галока появилась, когда ее сделали. Это глупый вопрос. Махапрабху сказал уже, что хотя нет вопроса творения, Махапрабху говорит, что нет вопроса творения Галока Дхамы Вриндава и Вриндаваны, но все же это было создано когда-то. И это зовется Ачинтья, то, что мы не можем понять и осознать. И поэтому много раз я говорил, что логика не может находиться на пути к абсолютной истине.
И кто-то спрашивает, когда Радхарани вот оказалась на Кусум Сароваре, потом на Сурьякунде, потом на еще где-то, как это она смогла в один день все сделать. То есть, ну, мы не знаем, что материальное время, пространство, оно неприменимо в трансцендентном мире. Это просто какой-то алфавит, и многие игнорируют гиту, и как можно продвигаться дальше, даже не зная разницы между трансцендентным и материальным. И часто встречаются такие глупые люди, которые не могут сказать, не могут иметь должное представление о духовном и трансцендентном. И вот. So you see what you try to get this point very careful. We want to apply your brain, but actually transcendental time station. И вот трансцендентное. Totally different from your conception. Оно отлично от нашего представления. Ученый Эйнштейн хотел доказать. Вот свою теорию относительности, но эта теория относительности, она применима только в этом материальном мире, а в трансцендентном оно не применимо. You can go mad. What amount of enormous energy coming? You don't know. That is there in a chandi. В чанде, в чандипате, в молитвах деви. Я деви сарвабхутешу шакти рупена самастита. Намастасей, 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 намо намаха. During Mahalaya. И вот во время Махалаи. Повторяют это чандипат, и в этом чандипате там описывается это татва, которую открыл немецкий ученый, который никогда не был в Индии, как для него он пришел к такому же выводу, который описывается в этом писании. И вот Эйнштейн, он был уверен, что энергия, она может стать материей, и материя энергии, но как это доказать, он не мог, не знал. Но впоследствии некий Сатьян Бос, индийские ученые, to prove he is the religious guy and stands speaking the right. But nobody could prove. Only Satyan Bose, the great scientist, он смог доказать математически это утверждение Эйнштейна, и впоследствии была выведена теория Эйнштейн-Боса. И вот все предметы, например, этот предмет может быть преобразован в огромную энергию, но и также все объекты в этом материальном мире, у них есть некая энергия внутри их, она может быть проявлена или не проявлена. И так или иначе, суть в том, что все дживы, мы думаем, когда же дживы попали в такое обусловленное состояние. И вот хотя концепция начала, она присутствует, но материальные представления мы не должны применять к трансцендентным вещам. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, в материальном плане мы не можем найти никакого начала.
И также я могу сказать, что для обусловленных душ трансцендентный мир, оно, трансцендентное время, оно неприменимо. И таким образом, когда обусловленные души, они исходят из Кришны и попадают в такое состояние обусловленности, когда, это тяжело сказать. И вот следующая шлока Бхакти Лата Биджа, семя Бхакти, не было в сердцах всех душ, нет. Если было бы это семя Бхакти, то и вот в этой шлоке говорится, что дживы скитались по 14 мирам, и если по их великой удаче они встретятся с Гуру Вайшнавами, они от них могут обрести семя преданности и взрастить Тильяну Бхакти в своем сердце. Можно вспомнить, у Санкаршана и Баларама два инструмента, один плуг, а другой вот зонтик, по-моему. Вот один плуг, другой как бы. Одно из имен Баларама это Санкаршан. И вот и мы должны быть очень разумными, чтобы понять то, что я говорю. И какое же поле Санкарсан, какое поле он будет возделывать, что это значит наше сердце. И это обязанность Санкаршана и всей нашей Гурварги. И поэтому Баларама он несет с собой плуг. Одно из имен Баларама – Санкаршан. Если я хочу сказать точно вот объяснение его имени, вот так звучит. Какое поле, какое кшетра он будет возделывать этим плугом, это наше сердце. И в начале всего Санкаршан он будет возделывать нашу землю нашего сердца, и тогда, когда наше сердце станет плодородным, мы возьмем семя Бхакти у Садгуру и посадим в землю нашего сердца. И мы должны впоследствии слушать, совершать шравану и киртану непрерывно. Мы должны слушать харикатху с лотосных уст чистых гуру вайшнавов. И это слушание харикатхи и повторение святых имен, оно подобно поливанию этой лианы преданности. И вот сейчас и вот следующая тема, то, что пишет Гуру Махарадж здесь под руководством Шрилы Бхакти, он так много раз говорил, и Гурудев также пишет так, что Гуру Махарадж, он приводит пример из Джайвадхармы. Бхакти он так пишет здесь, чтобы дать нам ясный, четкий пример в Брихатаране Упанишаде. Говорится о Татастха Шакти. Какое же определение Татастха Шакти? Третьям,
Здесь говорится то же самое, что я раньше сказал, из-за своей пограничной, будучи пограничной энергией дживы, у них есть тенденция к духовному и материальному миру. Вот, как во сне. И вот, то есть джива может видеть как духовное, так и трансцендентное, и, соответственно, они могут быть схвачены майей, либо попасть в духовный мир. То есть у джив есть два выбора. И в этой Брихадаране Упанишад how I can believe that is possible? It is written. И вот там говорится. Тамахамасо вайо куле анусанчарти курванча паранчайва эвайам Марушо этану бхаваха этану бхаван бхаванто анусанчарти сапнаантанча буддхан чай буддхана парашо. You know? Тот жатамахамасо вайо куле анусанчарти курванча паранчайва эвайам Марушо этану бхаванто ану санчарти сапнаантанча буддханча. Like a big fish. Подобно большой рыбе, в большом океане. Иногда эта рыба, она может переплыть. То есть она может переплыть в любую часть океана, либо заплыть в какое-то море или реку. И этот пример цитируется Гурудевом из Брихадарани Упанишад, и также Шри Чайтанья Махапрабху говорит. И так душа подобна искре, исходящей из огня. Кто написал Брихадарани Упанишад? Это все исходит из Вьясадева, который не отличен от Шри Чайтаньи Махапрабху или от Кришны. И вот Шри Чайтанья Махапрабху говорит здесь, что тут вот это Гурудев сейчас он описывает, и говорится, что в Брихадарани Упанишаде говорится. Мева смадатманаха сарвани бхутани буччаранти. Just like from a big fireplace. Подобно тому, как из огня исходят искры, которые не отличны от огня, но все же они отличны от этого огня. В качественном отношении они такие же, но в количественном намного меньше. И вот. И вот сейчас мы узнали, что дживы, они имеют эти две склонности, как попасть в духовный мир, так и в материальный. Hydrogen, oxygen, H2O, eh? You cannot deny. This way actually, all jiva there. Now actually point is there, and from Dasamula Tattva, и вот из Дашамула Таттвы Шрила Бхакти Мунда Такур пишет здесь.
Сав иладин насча пранайо викритер ладанатр ладанаратос татха сангвид сакти пракатито рахо бхаварасита таяси сандхинья крито вишадос таддхам ничайи расамбадху магно браджарос вилас вижайати. И вот Кришна всегда занят, обмениваясь прити со своими спутниками. Спулинга Ридхагни Риво Джидана Бурги Дживана Чаяхари Хесу Джасвайва Притаг Апиту Тадбхеда Висаяха Васе Майя Джасу Практи Прати Ревешвара Ихоса Джива Мукта Йопи Практи Васо Йогьяха Сагунатаха. Сару Патхайр Хинану Ниджа Сукха Парану Кришна Бимукхану Харера Майя Дандану Гуну Нигару Джалайр Калаяти Статха Стулайр Лингвайр Бибидо Варанайр Клешаникарайр Маха Карама Ланайр Найати Патитану Сарго Нирайоу. Just same example of your giving from Piyadaranda. The jivas like spark coming from fire. They are coming just like from the spiritual Samana Krishna. Jiva, they are different, both simultaneously different and non-different. Исходя из пограничной энергии Кришны, они так же, как едины, так и отличны от Кришны. И также они, поскольку они, их сила, их энергия она мала, они могут попасть под влияние Майи. Шрила Бхакти он такого говорит, есть три вида шакти, это чит-шакти, джива-шакти и майя-шакти. Авидья карма саньяня дитья сакти ришвати дишупна. I mean you are going to get three kind of expressions of shakti categorically. There is branches, so many countless. What is that? Чит сакти. Джива-шакти, пограничная энергия и майя-шакти. Майя-шакти – это внешняя материальная энергия. Они все влияют на нас. Все дживы – это чит-чит, они относятся к такой чит-шакти. Но они очень и очень малы. Вот говорится в этой шлоке о размере дживы. То есть если взять волос и разделить его на 100 частей, и каждую из этих 100 частей тоже разделить на 100 частей, то мы... то даже это практически невозможно увидеть. И дживатма вот такого размера, она очень мала. Она бесконечно малая частица той чит-шакти. Я уже сказал вам, что кто первый, семя или дерево. То есть это глупый вопрос, что сначала произошло, семя или дерево. Это, если вы спорите об этом, это только доказывает то, что у вас нет веры и должной веры Верховного Господа, Верховный Господь, Он всемогущий. И поэтому вы думаете, что же первое произошло, семя или дерево. Кришна, Он всемогущий, Он все может. И в
Читании Читамриты описывается случай, что Махапрабху взял семя манго, посадил его, и сразу же выросло дерево за какие-то считанные секунды, и поэтому для Кришны все возможно. Почему вы сомневаетесь в этом? И также Бхактивинода Тхакур, он и говорит об этой шлоке, я тоже много раз обсуждал ее. И что здесь описывается? И вот на санскрите очень важно соблюдать все правила чтения. Если мы чуть не то соблюдаем, то значение может поменяться. И вот в процессе скитания по этим всем 14 мирам, если джива по своей великой удаче встретится с чистым Гуру Вайшнавом, у которого есть такая экстатическая любовь к Шри Кришне, который плачет от переполняющих его чувств к Кришне, и если мы встретим такого великого Вайшнава, то тогда что случится в читании Чайтамрити, говорится, что мы не должны терять этот шанс. Почему? Если у нас будет такая великая возможность, что мы встретились с чистым Гуру Вайшнавом, у которого есть знание о бхакти, мы не должны терять этот шанс. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что он говорит. Пытайтесь купить его. И как вы можете его купить, и какая цена какая? Пытайтесь купить его, и какая же цена? Цена это она не измеряется в каких-либо деньгах. Мы должны купить Вайшнава своей любовью, преданностью, вдохновением. Whenever you meet Krishna Bhakti Raso Bhavitamati Kriyatam Yadi Guta Vilabhati Tatta Lulla Mopi Mulla Vekalam Janma Bhakti Sukhutrayir Nalabhati Bhakti Raghasthaya. И когда вы встретитесь с таким чистым преданным, который имеет такую огромную любовь к Шри Кришне, мы должны пытаться купить это Вайшнава своей любовью. И общаясь с этим Вайшнавом, обусловленная душа, она может обрести семя биджу, бхакти. И таким образом, общаясь с таким великим Вайшнавом, джива, она может освободиться от своей обусловленности. И
даже дживана избавилась от майи, она не должна гордиться этим, поскольку в шастрах говорится, что если вы что-то неправильно делаете, то вы опять можете попасть в такое обусловленное состояние, поэтому вы не должны гордиться, если вы смогли достичь освобождения. Те, кто совершает харинаму, слушают харикатху, они думают, что я незначительный мал, у меня нет никакого настоящего я, то есть самоопределение точнее, поскольку наша энергия, наша сила, она очень мала, и постепенно так мы можем когда майя оставит вас, то тогда не нужно гордиться этим. Майя оставила вас, но можете поймать в любой момент. Если у вас нет достаточной силы читбола, духовной силы, то тогда это очень опасно. Как, например, можно видеть, что если какой-то гурудев сделал кого-то ачарьей, но этот ачарья может пасть из-за своей гордости. Много раз это случалось до тех пор, пока у вас нет полной серьезности, искренности поддерживать весь ваш характер, все ваше поведение, то случается, что майя может поймать кого-то, даже находящимся на каком-то высоком уровне, как история с Аджамилой, например. Аджамил, он был браманом, он родился в семье браманов. Аджамил, он каждый день поклонялся Шалаграмам. Аджамил повторял Гаятри все время. Как возможно было для Аджамила, что он опять был пойман майей? Как только он увидел какую-то отвратительную картину, он захотел наслаждаться. Татастра-шакти – это джива, относящийся к татастра-шакти, это пограничная энергия. Любой момент она может попасть, вот как в случае с Аджамилой. Он уважал Гуру Вайшнавов, он уважал отца, мать всех старших, все время выражал им почтение. Но этот Аджамил, как возможно было для него, опять пасть, да. Это немного, он обрел немного, он совершал бхакти, но он пал. Шрила Бхакти он такого пишет: Кришна вритья. Если мы будем повторять святые имена всегда, непрерывно, а он повторял даже святые имена. Нет, имеется в виду, что если мы получили гайтри от Гурудева, святые имена, мы всегда должны повторять их. Подобно тому, как если у нас какое-то растение, мы должны поливать его, заботиться. И также после получения посвящения от Гурудева, харинама, либо гайтри, мы должны должным образом заботиться о этом харинаме и гайтри, чтобы оно выросло в ляну бхакти. Нужно поливать его водой шравана и киртана. Нужно, чтобы свет светил на этот росток бхакти. Гурудев, он садгуру, он наш Гурудев садгуру, несомненно, но почему так случается, что
Ну, от Майя Деви тоже можно получить энергию без, практически бесконечную. Майя, то есть энергия она может прийти как от Майи, так и от духовного. И вот в этой шлоке говорится также, что бесконечная сила, она находится в Кришне, а Майя, она тоже, тоже бесконечна, поскольку она также исходит от Кришны косвенно. Мы не можем бросить вызов Майе. Это невозможно, мы не можем победить Майю, это неправильный сиддханта. Мы должны ждать, молиться день и ночь, заботиться о бхакти, семени бхакти, которую Гурудев вложил в наше сердце. Шастра говорится, что выбором невозможно выбрать ачарью. Ачарья не может быть выбран, выбранным. Можно министра какого-то выбрать, но выбрать ачарью невозможно. Ачарья, он самопроявлен. Может, Гурудев не указал на какого-то ачарью, но как Мадхавендра Пурипат, он разве сделал, он не сделал ачарьи Ишвара Пурипада, но он своим служением, своей искренностью, он сам, самопроявился. Садгуру, Сатвайшнава, они очень и очень редки. Можно искать их по всем местам, по разным странам, но это очень сложно найти чистого Вайшнава. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Вайшнав, он не так, что можно пойти на рынок и найти какого-то Вайшнава. Вайшнавы, они очень редки. Если вы достаточно удачливы, то тогда вы сможете получить общение с Вайшнавами. Если мы, у нас достаточно сукрити, мы скопили из его, из наших предыдущих жизней, и тогда с помощью огромного количества сукрити мы можем получить общение с чистыми вайшнавами. И вот таким образом, если мы встретимся с чистым вайшнавом, получим от него семя преданности и будем взращивать его в земле своего сердца, то тогда это бхакти-лата биджа, это ляна бхакти, она, чтобы росла дальше, ей нужна какая-то поддержка. Любая ляна, она, если нет у нее такой, как сказать, поддержки, имеется в виду шестака слота, она будет горизонтально расти. Поэтому до последнего момента нашей жизни нам нужна поддержка гуру и вайшнавов. Даже если мы ушли из этого мира, оставили тело, то все равно нам нужно совершать сатсангу. И Кришна также, он стремится к сатсанге, что говорит о нас с вами. Сатсанга, она очень важна в Вриндаване. Мы поем очень прекрасную песню в Раджавасе, ее поют в Раджавасе. Они поют. И вот они поют, как же встретиться с Кришной. Вот Махарадж поет. Сатсанга бахана, самре се милне ка, самре мене сансунда,
Если мы хотим встретиться с Шьяма Сундаром, ну, прежде всего нужно совершать сатсангу. Сатсанга – это инструмент, главный инструмент, через который мы можем встретиться с Шри Кришной. Мы должны следовать, мы не должны игнорировать Гуру Вайшнава. И Бхактивинода Тхакур говорит так, постепенно мы можем избавиться от влияния майи и осознать свою сварупу. И вот вопрос насчет сварупы. Я уже сказал много раз. Шрила Прабхупада также говорил, бхакти – это естественная функция нашей души. Шрила Прабхупада говорил, так как мы можем знать об этом, что значат эти слова Шрилы Прабхупады? Как может быть бхакти – естественной склонностью, естественной функцией нашей души, но в сердце, в обусловленной душе мы не можем видеть бхакти. Но все бесконечные дживы, они все часть чит-шакти. Шрила Прабхупад говорит, бхакти – это естественная функция вашей души. Но почему она не находится в дживах? Почему она не находится в дживах? Какова причина? И я хочу ответить долго. Поскольку дживы, они очень и очень малы. Дживы, она настолько мала, и духовная сила настолько мала, практически равна нулю. И кто-то, какой-то махарадж сказал на Западе, что у дживы нет бхакти, и все преданные начали возмущаться. Он не должен был этого говорить. Это Сиддханта, она должна быть представлена очень научно. Если будем говорить так, что у джив нету бхакти, это плохо. Они разочаруются, но какой же точный ответ? На самом деле чит-шакти внутри дживы. Дживасамана, чит-шакти, часть духовной энергии, но она очень-очень тонка, очень мала, очень слаба. Настолько слаба, что кажется, что ее практически нету. Если сказать, что у дживы нету бхакти, но что значит бхакти? Бхакти – это функция сварупшакти. Что значит бхакти? Бхакти – это функция сварупшакти. И как можно говорить, что ее нету у дживы, поскольку дживы – это частица чит-шакти, ануччитания. Какая-то малая атомарная часть. И у нас нету. И мы не должны игнорировать ее, хотя это чит-шакти, она есть, но в очень малой степени. Если это чит-шакти, она есть, то как можно не отрицать то, что у дживы нет никакой воли, никакой энергии. Дживы, она исходит из Кришны. Те, кто изучает физику, мы... Как подобно тому, если огонь, то есть если взять кусок льда, если при положительной температуре лед превращается в жидкость, а при нулевой температуре лед остается льдом.
И вот almost kneel, but it is there. Because you confess that jiva is chit potency means you must confess. И вот мы признаем, что джива это чит энергия. И поэтому у дживы должна быть какая-то сила воли, склонность к наслаждению, к действиям. Если мы не признаем, что джива не может наслаждаться и действовать, то это будет неправильно, поскольку если у дживы не будет признаков жизни, то она будет подобна какому-то неодушевленному предмету. Почему камни они плавятся под влиянием Махапрабху? Почему это возможно? Можно сказать, что для материи если вы должны изучать Джайва-дхарму, написанную Шрилой Бхактивинода Тхакура, и вот согласно проявлению этого сознания, то есть и Джагадиш Чандра Бос, он доказал, что деревья имеют жизнь, они тоже живые. И что я хочу сказать, что деревья не тоже имеют сознание, камни также, но в таком скрытое, непоявленное сознание. И Джайва-дхарме Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, есть вот несколько видов сознания. Махараши их перечисляют, их целых 5 видов. И когда наше сознание оно полностью проявлено, то будьте уверены, что вы имеете связь с читанием Девом, несомненно. И поэтому мы... то есть наше сознание, будучи в спящем таком состоянии, оно может пробудиться. И тут Махарадж говорил, что то есть, если дживы имеют четан-дхарму, значит, они имеют силу воли, изъявления, склонность к наслаждению и все остальные качества Кришны. Не все, почти все. И вот сейчас я хочу сказать то, что может принести эволюцию в вашу жизнь. И вот Джива Госвами Пад говорит в Прити Сандарбхе, я хочу предупредить вас, то, что бхакти нектар. Бхакти это нектар. Это он подобен драгоценности. И Кришна говорит в 10 части перед Гопи. Бхакти, преданность лотосным стопам Шри Кришне, она подобна нектару. И так или иначе, один за одним я могу привести много примеров, но все же, если вы будете сомневаться, то тогда не будет для вас пути. Почему? В Гите говорится, сам стоят на винашете. Те, у кого есть сомнения, о, так тебе
о харинами, о даме, о вайшнавах, они не могут продвигаться дальше по духовному пути. И эта жизнь, следующая жизнь, они не могут получить никакого удовлетворения. Они имеется в виду до тех пор, пока не прояснят свои сомнения. И вот Санатана Шикша Махапрабху говорит очень четко и ясно в этих шлоках. И вот Джива Госвами Пад, он написал очень важное. Конечно, Джива Госвами Пад, Рупа Госвами, я могу все это привести в гармонию, когда Джива Госвами Пад пишет Прити Сандарбхе, что некоторые люди говорят, что Джива Госвами не следует Рупи Санатани Госвами должным образом. Но это глупо. Я уже много раз доказывал это, что это просто глупое утверждение. Внешне может выглядеть, что Джива Госвами пишет так, но какое? Но какого же его умонастроения, почему он сказал так, чтобы защитить нас? Мы очень глупы, и Джива Госвами Пад, чтобы защитить нас, он написал так. Он, Джива Госвами Пад, он был единственным татвачарьей в то время. Он хотел защитить нас всех. Он знал, что Бхатха Джива, обусловленная душа, они могут в любой момент засомневаться в Рада Кришне и в Кришне и Радхаране, и поэтому он проявил свою татву уникальным образом, чтобы у обусловленных душ не было возможности неправильно понять Кришну. Паракия и Сакхи. Я много раз говорил на эту тему. И вот когда Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, согласно желанию Шри Чайтанья Махапрабху, Бхактилата Биджа, Биджа значит нету семени. И как возможно, что Нитья-сидха Кришна прямо с помощью своего собственного баджана, мы не можем обрести ее. Нитья-сидха Кришна прямо, она уже находится на Голока Вриндаване. Она уже там ждет нас. Нитья-сидха Кришна прямо, она ждет нас на Голока Вриндаване и своими собственными усилиями садханы. Мы не можем обрести ее. И поэтому и опять я хочу сказать, что Кришна, вот в этой шлоке говорится, что Кришна Бхакти Джанмамул Хой Садусанга. Коренная причина Кришна Бхакти – это Садусанга. И тогда мы все можем сгармонизировать, когда Кришнадас Кавирадж Госвами говорит так. Но, то есть нет у нас семени бхакти, но возможность его принятия есть. И как это можно сказать, что бхакти нет в нашем сердце, какой-то след бхакти есть. Четана дарма, что значит это действие, воля, мы должны принять, что у Дживы есть эти качества. И Джива Госвами Пад, когда написал это, многие были восхищены. И Джива Госвами Пад, он пишет, Шримад Бхакта Виндешу
прикпати своям бхаджато ити. Атаева тат сукхена бхакто бхагаватаха параспарамева параспарамева параспарам авешам ахо. Again I am reading. Be careful. Here Махарадж на санскрите пишет, почитает. Тася, кася, тася means кася, жива. Because you cannot use feminine gender. Жива means татасасу. Жива значит татасу сакте. Нельзя использовать какой-то род к ней. Жива на... So that's why тася. Otherwise masculine gender, тасу, you should use. Hello, people. They are saying mantra. They are making mistake. When they are making Krishna, люди, когда пранамантру повторяют Кришне, они вот так должны говорить. А когда они кланяются Деви или Радхарани, они что по-другому вот так должны говорить. Намастасмай относится к Кришне, имеется в виду, к мужскому роду. Но не все об этом знают санскрит, не все учили и говорят не совсем правильно. И вот здесь Дживапад пишет. Атаха стадану бхавена Шри Бхагавану пи Шри Шримад Бхакто Шримад Бхактишу Притвати Свайам Бхаджато Ити Атаева тат сукена Бхакто Бхагаватаха Параспарам Авешам Ахо. You cannot say that Мы не можем сказать, что Джива, она... Only Джива, Кришна also своим бхакти. Проявляет бхакти. Кришна тоже проявляет бхакти. Бхакти это такой нектар, что нельзя сказать, что только у Дживы бхакти есть. Кришна, он также показывает, проявляет бхакти относительно Джив или к преданным. Понимаете, что хочу сказать? Кришна также, он за... Он, Кришна спрашивает, why you are running behind у Удава спрашивает у Кришны. Кришна speaking in front of the Удав. О, Удав. Ону прижами ахам куяети падарену ги. Удав, I am always running behind devotees. И вот Кришна говорит Удаве, что я всегда иду за преданными, поскольку когда преданные идут, то пыль за ними поднимается, пыль с их лотосных стоп, и эта пыль, попадая ко мне на голову, очищает все миры. И что хочет сказать Джива Госвами Пад в этой шлоке? Кришна. Кришна, он, Кришна, он, будучи, на Галука Вриндаване, он является качество Халадини Шакти, чудесное качество Кришна, он являет эти чудесные качества Хладини Шакти, и не все понимают, как это возможно. И Джива Госвами Пад, он говорит, что только ради преданных Кришна он являет эти чудесные качества к преданным, непрерывно, вечно. И вопрос.
Если он являет такие качества в адрес преданных, как можно сказать, что они преданные? Поскольку кто такой преданный? Если мы можем сказать, что качество Сварупшакти, оно уже активно в вашем сердце, тогда можно сказать, что вы преданный Бхакта. А если я нахожу Сварупшакти, оно внутри вас, что вы хотите совершать севу Гуру Вайшнавам Бхагавану, то тогда вы преданы. А если... What do you mean to say? If you can get this meaning this way, this meaning is very vital. Otherwise you can misunderstand Jiva Goswami. You can say Jiva Goswami writing wrong. Our Guru was saying this way. Point is there. И вот суть в том, что Кришна, он хочет... Wonderful, unexplicable, wonderful. They are Sarvashakti Vritti, Ladini Vrittya. You know, Vritti, continuously throwing to all Jiva. Eh? All Jiva? To all Jiva? Yes, to all Jiva. But how Jiva Goswami is only Bhakta Vindeshu, Bhakta Vindeshu... То есть Кришна проявляет качество преданного к... всем дживам, не только к преданным. И как это значение оттуда получилось. И можно вспомнить Сиддханту, произнесенную Вьясадевом, каким Вьясадевом Вриндаванадас Такур Махасоем. Вчера был день его ухода, он Вьясадев, он не может неправильно говорить. И вот Вриндаванадас Такур Махасой говорит: мы должны иметь великую надежду в нашем сердце и знать всю Сиддханту. И что то, что сказал Вьясадев Вриндаванадас Такур Махасой, что он написал. Все, он говорит, что все бесчисленные дживы, они слуги Кришна в той или иной степени. Во всем мире все бесчисленные души, они все вайшнавы, они могут, кто-то осознал это, кто-то не осознал, кто-то принял, кто-то не принял. Но это не столь важно. То есть все в какой-то степени слуги Шри Кришны. Все они вайшнавы. Вриндаванадас Такур говорит, что может, они могут принять это, а могут не принять. А почему не вайшнавы? Поскольку все произошли и зашли из Вишну. И вот в следующей шлоке говорится, что поскольку они все зашли из Вишну, они вайшнавы. Мы, как мы родились от человека, значит, мы люди. И все дживы, они рождаются, и откуда они рождаются? От Вишну. И поэтому, неважно, принимают это или не принимают, то с точки зрения Кришны, они все вайшнавы. Какую-то жизнь они осознают это и станут вайшнавами. И если такую формулу, такую сиддханту применить здесь, произнесенную Вьясадевой, Вриндаванадас Такуром, то тогда можно привести все в гармонию. И таща ладиня его капи сарванандати шайни вриттир нитья бхакта виндишу эва викхиппамана. Now I can tell. So Krishna is not partial. И вот Кришна, он не, он беспристрастен. Кришна, он сам говорит: у меня нет ни друзей, ни врагов. И почему вы не можете принять это? Для Кришны мы все одинаково. Кришна, он
Он может отрубить голову Шишупале, но он любит его. А внешне выглядит, что Кришна наказывает его, но Кришна всем сердцем любит всех живых существ. И таким образом все дживы, Кришна, у него есть такое открытое сердце. И Кришна, он может являть чудесные качества в адрес всех джив, всех живых существ, не только в адрес меня или вас, а всем и каждому. У Кришны нет, у Кришны он беспристрастен. И вопрос возникает, почему дживы тогда не получают всей этой милости Кришны, которую Кришна проливает на всех? Почему обусловленные души не обретают этой милости? И вот ответ в том, что Кришна, он всем и каждому предоставляет, но особенно преданным. И когда Кришна... И вот среди этих всех живых существ, преданные с мягким сердцем, они могут принять эту милость Кришны и увеличить свое бхакти, но обусловленные души, находясь в обусловленном состоянии, в невежестве, они не могут принять этой милости Кришны. И эта милость от них отражается, рикошетит и назад возвращается к Кришне. И вот это происходит потому, что эта милость Кришны, она не может достичь сердец таких обусловленных душ, которые полны раджа тамагуны. И Кришна за это уже не виноват в этом, что кто-то не может принять его милость. А преданные таким образом, они двойное благо получают от Кришны. Они получают бхакти от Кришны и увеличивают свою бхакти. И поэтому в сердце Кришны, сердце Гуру-Вайшнав можно найти бесконечное настроение служения. И таким образом Кришна, когда он дарует им свою милость в бхакти, то есть Кришна, хотя он дарует милость преданным, он также хочет вкусить вкус этой преданности, этой милости, которую он даровал им. Кришна, он бесконечен. Он океан любви. Кришна хочет, чтобы все, весь мир, все живые существа стали преданными и имели отношения с Шри Кришной. И таким образом, тот Махарадж, который говорил, что бхакти нет у джив, это неправильно было. Он не должен быть, не должен говорить так. И так много вещей есть, которые хочу еще обсудить, но времени не хватает на все. И вот дальше на эту тему я в дальнейшем продолжу говорить, и сейчас я закончу Сиданты и Сведанты. Какие-то люди спорят, что Бога нет, кто может доказать существование Бога. И вот кто-то к Шриле Прабхупаде пришел и спросили, видел ли он Бога. А Шрила Прабхупада ответил, а какое ваше дело, видел я Бога или нет? Вы хотите сами увидеть? Нет, я хочу узнать, видели ли вы или нет. А какое благо вы получите, узнав, видел я Бога, либо не видел, лучше сами попытайтесь увидеть. И вот такой аргумент может возникнуть в любое время, и суть в том, согласно Веданта Сутре, я отвечу, да, приведу простой пример. Если
какой-то объект не существует в этом мире, то... То есть аргумент то, что если не было бы... But when you are putting argument, God is there or not? In that case, 100% sure. То есть, ну, суть в том, что если бы не было бы Бога, то вопрос о его существовании или несуществовании не возникал бы. И вот, то есть, если кто-то поднимает вопрос о существовании или несуществовании Бога, то сам этот вопрос, он доказывает существование Бога. Поскольку если бы его не было, то и вопрос в его отсутствии не возникал бы. Например, кто-то идет к нам домой, и мы, и нас дома нету, а наша жена говорит, что его нету, мужа нету. Он куда-то ушел. When your wife speaking, you are not at home. That doesn't mean you are not staying there. И вот ее ответ не значит, что нас вообще нет, не существует. А после мы куда-то ушли, и вскоре придем. И вот когда объект или личность не существует, то вопрос о его существовании либо несуществовании не возникает ни у кого. Если он, то есть сейчас его нет, но скоро будет. Как в Веданте говорится, что сейчас еще не вечер. То это не значит, что вечер никогда не придет, никогда не наступит. Если вечер еще не наступил, не значит, что вечера вообще никогда не будет. Сейчас, скажем, 5 часов, а вечер там 7 наступает, то это называется аттантик абхав. В Веданте аттантик абхав. То есть бхакти и также утверждение о том, что бхакти нету в сердцах дживы, то есть это... Оно не совсем правильно, то есть его еще нету, имеется в виду. То есть все сварупшакти, оно исходит из Кришны. Но он очень тонкое, очень мало, но нельзя сказать, что его прям нету. И об этой теме я могу дальше говорить, и те преданные во всем мире не могут благословить меня, если они довольны моей сиддхантой, поскольку я мою сиддханту не произвожу на фабрике моего ума, она исходит из моего сердца. I start with now, you can remember. So, from Madhacharya, actually, I can discuss this point after, I'm touching this point today. И вот из Мадхвачарьи, Мадхвачарьи не все правы в своей степени. Из Мадхвачарья мы верим. От Мадхвачарьи Махапрабху принял. То есть, что он принял от Мадхвачарьи, это огромную любовь к вечной Виграхе. А Рамануджачарья Шакти Сиддханту Махапрабху принял. И
и в итоге дал философию Ачинтья Бхеда-Бхеда Таттвы от Вишну с вами Шуддадвайта Сидданту, то, что дживы, они всегда отличны от Шри Кришны. Они, когда, и когда Шрила Бхактивинода так говорил, дживы, они отличные и неотличные от Кришны в одно и то же время, от Нимбаки Ачарьи, Дайта Адвайта, Бхеда-Бхеда. Нимбака Ачарья говорит «Бхеда-Бхед», и это «Бхеда-Бхеда» была произнесена Махапрабху, не просто «Бхеда-Бхеда», а «Ачинтья Бхеда-Бхеда». Непостижимое единство, отличие, и об этом я в дальнейшем буду говорить. То есть вопрос о том, что в любом можно упасть в Майю, и Махараш об этом дальше будет говорить. То есть у всех есть возможность пасть, но когда они обретают достаточно духовной силы и всегда, как Рупа Госвами Пад, они молятся о защите, о защите к Гуру и Вайшнавам. Рупа Госвами Пад описывает это, когда кама нападает на нас, то мы должны звать Гурудева, звать Шрилу Прабхупаду, Шрилу Бхактивинода Такура, чтобы они спасли нас. И тогда мы сможем обрести достаточно духовной силы, и майя не сможет повлиять на нас. А если мы забудем Гуру Вайшнавов, то майя, она может победить нас. У Кришны есть качество, он хочет наслаждаться, у него есть качество и другие качества Кришны, они есть в дживах, и кроме как того, что Кришна всемогущ и может творить. И мы должны осознать эту сиддханту очень внимательно. According to their standard, they can feel and remove their doubt from Sadhguru. The genus will live in the spiritual world forever. They are not genus alpha? Oh, actually, I will have to give you answer again. Махараджа, в принципе, если развею всех сомнений, слушатели никуда не уходят. И вот вопрос. И вот in naked way you cannot speak that, but from Golok Upadma, this you cannot speak. This you cannot speak. Though eternally we are coming to Krishna, мы все исходим из Кришны, но когда мы обретем бхакти, осознаем себя на то, что мы находимся на Голоке, но мы не можем сказать, что мы были на Голоке и пали оттуда. В Гите Бхагаван Шри Кришна говорит, что вечная обитель Шри Кришны – это то место, с которого не возникает вопрос падения. И поэтому вопрос с такой вас можно еще раз переслушать то, что я сказал сначала. То есть нужно переслушать то, что я сказал сначала, и потом, если не поймете, опять задать вопрос.
микрофон.